Ну что же, приступим. Вот такая бутылка пластиковая, тряпочки нарезанные, развела цемент. Просто вот такой жиденький, как водичка. Так будет, обклеить нужно всю бутылочку. Нужно обмотать. Работа грязная, но интересная. Вот, и теперь нужно сделать раствор погуще и все это промазать. Просто промазываем и потом оставляем сушить. Так, все вокруг. Мажем, омажем. Дно тоже нужно промазать, но сейчас его никак не сделать, поэтому потом, как
когда вот это все высохнет. Ну все, пусть сохнет. Бутылка высохла. Теперь мне нужно ее покрасить. Крашу я ее фасадной. Ой, расползается. Водно-дисперсионной краской. Ну, водоэмульсионкой, короче говоря. Вот такая вот у меня краска. Сейчас она подсохнет. Если надо будет, я ее еще раз покрашу. Мне нужно не всю бутылку, а только часть. Так, бутылочка высохла. Я развела клей ПВА. Бутылка неудобная. Просто так не положить, надо чем-то. Так, тут есть у меня так. Сверху я буду декорировать еще, поэтому тут не важно. Обычно салфетки нужно обрывать, но здесь не нужно. Все, сейчас приклею, пусть сохнет. Это не салфетки, это так называемая рисовая бумага. Она гораздо крепче, чем салфетки. С ней не страшно работать. Ну все, пусть сохнет. Прежде чем приступить к следующему декорированию, нужно намочить цемент. Вот, развела цемент такой густой и просто кисточкой наношу и туда стеклышки, ракушки, все, что на море нахожу. Так, вот это не подходит, надо поменьше.
вот так потихонечку, потихонечку. Всю бутылку вокруг буду делать. Наконец у меня высохла бутылка. И теперь я буду между ракушками красить белой краской. Для чего? Для того, чтобы потом краска, которой я буду еще раз красить, чтобы она не пожухла, цвет свой не потеряла. Так. Краска у меня очень густая, и я ее развела, но развела, видимо, слишком. Жидкая получилась. Вот, и так я буду все-все вот это прокрашивать. Бутылку, чтобы не отнимать ваше время, я покрашу и потом вам покажу. Ну что же, краска высохла, теперь красим основным цветом. У меня это вот такой бирюзовый. Нужно опять покрасить всю бутылку. Ну вот, и теперь такой полусухой кистью неудобно одной рукой вот так вот наношу. По поверхностям. То, что выступает, видите, очень сильно не сухая уже кисть получилась. Вот так вот. Ну вот, доделаю, вам покажу. Вот моя вазочка и готова. Ее нужно еще покрыть лаком и можно оставлять на улице. Кому понравилось, ставьте лайки. И спасибо всем огромное за внимание.